Сергей, здрасте. Здравствуйте. Расскажите, что за люди? Что вы ходите? Это наши активисты, наши партии, также и люди, которые добровольно присоединились. Это предупредительный марш нашей партии, нашего Майдана, простых людей, к стенам кабинета министров. Мы таким образом предупреждаем Яценюка, если не будет выполнено требование миллионов украинцев о снижении тарифов, не будет написано заявление о сложении своих премьерских полномочий, мы блокируем работу премьера. Когда? Мы рассмотрим на совете Майдана этот вопрос, но мы предупреждаем, что мы это сделаем. А вы имеете отношение к вот тому Майдану, который прямо под кабином? Никакого, абсолютно. То есть вы отдельный Майдан? Это Майдан Яценюка. Он попросил Ахмедова заплатить содержание Ляшка в течение 3 недель. Мне это достоверно известно, чтобы блокировать возможность моей команды проникнуть на первый этаж кабинета министров. А кто финансирует вашу акцию? Нашу акцию финансируют те, кто финансировали второй Майдан, который, к сожалению, был использован Яценюком, чтобы прийти к власти. ГОСДЕП? Нет. Я уверен, что это, знаю, что это были обычные, простые украинцы. Но вы... было не безразлично. Просто вот эти все палатки, вы поставили палатки, каждая стоимостью по 20 тысяч гривен. Это неправда. Напечатали новые манишки, плакаты. Нет, это неправда. Послушайте, я не... вижу оснований считать, что это финансируется газетой. У меня достаточно мощная команда. Я формировал 10 лет, и она способна выиграть даже президентские. Но все равно финансирование партии это же непростой процесс. Достаточно простой. Сергей, ну вы же член фракции президента БПП, правильно? Давай, я выставлю. Но... Навіть вітер, Господь Бог з нами попрямує. Прямує цей дим, чорний дим ненависті українського народу до цієї олігархічної сволоти. Йому в кабінет. Я прошу вас усіх, та як вихулює держава? Для цього ми повинні не робити, бо є одна сила. Один критерій, один фактор. Ми свого часу голосували за бюджет. Єбаний в рот. Видні людей. І ми переможемо. Слава Україні! Капліна може й треба на психіатрію відправити. Хоча це є відповідні органи, там Верховна Рада хай відправляє. Ага. А знімуть недоторканність, я знаю, що з тими психами робити. Так ви так і не відповіли, вам не мішає членство в БПП? Моє членство в БПП носить юридичний характер. Для того, щоб знаходитися в цій середі, я приймаю рішення, исключительно, исходя із тех наказів, які давали мені прості українці на Майдані. Наприклад, які? То ви зробили? Мені сьогодні ключове, головне базове завдання – звергнути режим Яценюка. Ну, а потім прийде новий режим кого-то. Що? Чому? Чому? Не допустимо вже таких ошибок. Ну, це ж з подачі президента Яценюк став прем'єром. Скажіть, а звідки ви приїхали? Глядіть, а на що вам? Скажіть, а звідки ви приїхали? Ми з простих людей. Ні, приїхали звідти. Звідки? Ви звідкіля приїхали? Ви звідкіля? А? Здрасте. Здрасте. Добрий день. Чого ви всі як тітушки відворачуєтесь? Ніхто не хоче говорити. Не можу зрозуміти. Майдан тітушок?